ведь вы давно нелюдимы. Корабль не плывет, если объявлен штиль, и звери не едят зверей на водопое в мир. Загляни в глаза, загляни в глаза, но не замерзай. Загляни в глаза. Ребятулечки, вы выспались? А я все еду. Взял бодрящий кофеечек до Москвы, ой, до Мячкова, ну да, до Москвы, 150, последний рывочек. Кстати, платка какая-то странная между Самарой и Москвой, просто ехал 200 километров, вообще сотовой сети не было, как-то, ну, так себе. И причем машин нет, и интернета нет вообще. Если, и заправок нет, кстати, мне кажется, если кто-то встанет, то можно очень долго ждать. Ну, по крайней мере, если ты встал ночью, ну, реально, по пальцам посчитать, сколько я там машин вообще встретил. Все, ладно, погнали дальше. Здравствуй, Мечкова, родненький. Здесь, смотрите, как будто в аэропорт заезжаем. Все-таки заработали эти шлагбаумы. Надеюсь, он прицеп не снесет там. Нет, все, норм. Вроде сезон только закончился, уже охота шлепнуть по трассе. О, ну да, нормальная погода на мотике двигаться. Самое то вообще. Илюха вообще походу отсюда не уезжает. Ладно, сейчас гоняем в душ, потом поздоровкаемся. Не, хотя сначала поздоровкаемся. Вот и все, жизнь налаживается. Как будто и не ехал. Я бы сказал, вообще заебьютифул просто. Сейчас еще позавтракаем. Блин, Мячкова столовку люблю вообще. И дрифтец. Никитос там с КамАЗами раздает. Полофет, спасибо тебе. Трудился мне верой и правдой эти года. Еще увидимся. Гоча-сан, ну все, я внес тебе свою спонсорскую лепту, вашу команду. Пол прицепа укатали, в общем. Едем дальше. Так, в общем, вести с полей. Заехал к Мишане на работу. Он говорит, давай садись. Через на RS5. Держитесь правой полосы, да, а спасибо. Затем поверните направо. Спасибо, говорит, давай прыгай на RS5, прокатимся до левела на ней. Ну, короче, я вам скажу так, что, блин, звук и тачка просто. Нам направо? Да. Поверните направо, на дублер. Звук просто бомбяо. Я не знаю, она просто так быстро на газ откликается. Просто... Сучка! В общем, в цветах команды пойдет. Но, собственно, это левел. Это, говорят, самая быстрая бэха, типа, в галактике. Ну и тачки здесь кругом жескач.
Раньше я думал, ну, левел и левел, типа, все, что там удивляются так? Но ребятки, оказавшись внутри, я в шоке. Ну, здесь можно часами ходить, просто как в музее. Ну, типа, корвет С7, там что-то 1500 сил. Ну, там, америкосы, москвич какой-то там. Ну. Москвич какой-то там на косарь сил собирает. Москвич. Алло, москвич. Там он файтер стоит. А? Это расслабная, да. Ну, короче. Элеонора, прикиньте. Элеонора. Че это? Рестомод. Что такое рестомод? Ну, это типа, когда на старом...